Одними из самых интересных образований, которые мне приходилось видеть во время многочисленных экспедиций в разные страны Средиземноморского региона, это древние каменные дороги и колеи. То есть я их видел в разных местах, в провинциях Валенсия, Мурсия, Кастилия-Ла-Манча и другие в Испании. Видел в центральной Италии, в зоне развития поселений этрусков, и в том числе Черветери, Сарана, Савана и другие города. Вот. Особенно широкое развитие колей находится в центральной Анатолии, в Каппадокии, в Турции, ну и различные другие страны. Вот. То, что мне приходилось видеть, то, что приходилось изучать, исследовать, ходить и вдоль и поперек, как говорится, этим колеям, а также те материалы, которые я получил от своих знакомых исследователей, в первую очередь, конечно, надо заметить, Андрей Кузнецов, с которым мы были в первой экспедиции в Турции, российский исследователь, немецкий исследователь Уве Шнайдер и ряд других исследователей, то есть, которые мне прислали великолепные фотографии колей на острове Мальта и Гоза, во Франции, в Швейцарии, в Австрии. Вот. Удалось более-менее также точно колеи в Португалии, такие же колеи известны в Азербайджане на Апшеронском полуострове. Недавно мне пришли снимки, что такие колеи есть и в Грузии, и даже в Армении, и в прикаспийских областях Казахстана. Также, судя по фотографиям, которые циркулируют в интернете, эти колеи есть в разных районах Северной Америки, Соединенные Штаты Америки, Мексика. Вот. И, то есть, как мы видим, их распространение достаточно широкое. То есть, то, что вот мне приходилось видеть во время экспедиции, это далеко не единичные колеи, а очень широко распространенное образование. И вот, что очень интересно, на самом деле, когда я пытался изучить, прочитать историю этих колей, историю их исследования в литературе, в археологической, в первую очередь, литературе, то о них практически ничего не говорится. Например, огромное поле колей в Каппадокии, которое имеет размер 100 на 150 километров, вообще ничего не говорилось и нигде не говорится. И если бы не мой партнер Андрей Кузнецов, наверное, они так бы оставались бы неизвестны, который их обнаружил на карте Google и исследовал туда, съездил с экспедицией, привез уникальные фотографии. Второе поле колей во Фригийской долине между Афиньоном и Эскиширом, турецкими городами, мы нашли совершенно случайно, когда преследовали другие цели, исследовали, изучали скальные подземные города Турции. И когда поехали по одной дороге, обычной грунтовой дороге, вдруг машина у нас стала проваливаться все глубже и глубже, и пока колеса уже не стали проезжать, мы вылезли и увидели, что машина-то идет по окаменевшей колее, и тогда началось вот наше изучение. Вот. Ну, на следующей колеи Кастелар-де-Мека, в первую очередь, система в Испании, в Бакриенте колеи, Джумилли, Тьермесе и целый ряд колей. В Испанию я уже ехал целенаправленно, также колеи в Италии, это Черветери, это колеи этрусские, так называемые римские дороги. Вот. И исследовал их уже целенаправленно, мерил расстояние между колеями, мерил ширину колей, ну и проводил многие другие замеры. И поэтому сейчас у меня накопилось достаточно, да, и, конечно, смотрел на породы, в которых находятся эти колеи, то есть для этого брал геологические карты. Очень, кстати, это было очень удобно сделать по Испании, потому что в Испании геологические карты находятся в открытом доступе, их можно скачать из геологических фондов Испании совершенно бесплатно и внимательно изучить геологию района. По Италии немножечко сложнее, по Турции сложнее, но тоже все приходилось. И когда я уже к некоторым колеям ехал, изучая, а по турецким я это сделал после того, как их посетил, поскольку мы обнаружили первый раз их вообще случайно, уже более-менее представлял возраст геологических образований, в которой находятся колеи. Так вот,
Если резюмировать все результаты моих многолетних исследований вот этих интересных каменных образований, каменных дорог и каменных колей, то первое, что, наверное, нужно сказать, все они приурочены к неогеновой поверхности выравнивания. Неогеновой поверхности выравнивания или неогеновой суши, которая достаточно хорошо датируется. В Турции, например, это между 15 и 11 миллионов лет назад, ну, по некоторым данным, до 7 миллионов лет назад, по более таким определениям абсолютного возраста горных пород, там даже сужают диапазон порядка 14-12 миллионов лет тому назад это было. Ну, а вообще эта поверхность выравнивания образовалась после известного события, как столкновение Африки, Аравии с окраиной Евразии и подъемом горной системы, подъемом Альп, Пиренеев, Карпат, Кавказа, Крымских гор и различных других горных массивов. И началось это все на рубеже раннего и среднего миоцена порядка 15,9 миллионов лет назад. И вот уже 15 и более миллионов лет назад эта территория начала воздыматься на месте окраины, на месте мелководного океана Тетис, который раньше там существовал, которого сейчас уже нет, но раньше там в это время до 15 миллионов лет назад существовал океан Тетис. Там образовался архипелаг островов, некоторые были довольно крупные, острова уже практически небольшие континенты, такие как Иберия, Италия, вот, Греция, Турция достаточно большая была территория. Ну, Крым был небольшой остров, Кавказ был относительно небольшой остров. Ну, есть реконструкции, которые можно посмотреть и которые хорошо показывают палеогеографию этого периода времени. Так вот, где-то 15 миллионов лет назад эта территория начала воздыматься. И на тех территориях, которые оказались на суше, и дальше это воздымалось все 11 миллионов лет назад на рубеже среднего и позднего миоцена, воздымание скорость усилилась, потом оно еще усилилось 5 миллионов лет назад. Но вот это как раз те участки, которые были выведены за пределы моря, которые стали сушей, это и как раз было древняя неогеновая суша, которая называется сейчас поверхность выравнивания. Она, конечно, это была не простая суша горная, она всего была поднята до небольших высот, порядка максимум 500 метров. В то время были озера, были многочисленные болота. Например, в центральной Анатолии в Турции извергались вулканы, которые огромное количество пепла выбрасывал, который перемешивался с континентальными отложениями, образовались так называемые туфиты. Вот, это поверхность выравнивания. Так вот, вот эти вот колеи, все приурочены или дороги к этой поверхности выравнивания. И многие они находятся как раз в этих туфах того возраста, среднепозднемиоценового, в континентальных песчаниках, как на севере Испании, район Тьермеса, конгломератах гравелитов, которые имеют характерную красноцветную осадку, или, как, например, на западе Испании, в Андалузии, в Мурсии, в Валенсии, в автономных регионах, в известняках, калькаренитах, так называемых, или в Крыму, тоже в известняках, которые накапливаются в мелководных шельфовых условиях. Подавляющая часть этих пород находится в отложениях возраста среднего, позднего миоцена, то есть который возраст совпадает с поверхностью выравнивания по времени, по возрасту, и сами по себе эти породы имеют возраст, ну, порядка 15-7 миллионов лет. То есть вот колеи находятся именно в таком. Только в Крыму у нас немножечко другой возрастной диапазон. Часть на Эскекермен колей находится в известняках, которые имеют палеоценовых возраст порядка 60-55 миллионов лет. А в Чфут-Кале находятся они в известняках органогенных возрастом порядка среднего миоцена 50-45 миллионов лет. И это достаточно долго у меня вызвало размышления, долгий период я размышлений, думал, поднимал геологическую литературу, как такое может быть, почему, то ли это древнее, более раннее образование этих колей, то ли более раннее когда-то проходили транспортные средства здесь. На самом деле это совсем не так, просто эта территория находилась в то время на шельфе, и это шельфовые известняки, и она, видимо, была выведена на поверхность как раз в результате вот этих вот
еще не консолидировали, не отвердели эти породы, эти известняки. Она была выведена на поверхность как раз 15 миллионов лет назад в результате этих горообразовательных складчатых движений. И известняки еще находились в рыхлом состоянии, поэтому такое нам известно, потому что когда мы бурим, ученые бурят скважины, современное океаническое бурение, некоторые эоценовые известняки даже сейчас находятся еще не в затвердевшем, а в полутаком консолидированном состоянии, то есть еще вязкие достаточно и текучие. И здесь, наверное, можно уже забегая вперед, немножко сказать, что поскольку в то время поверхность выравниваем представляла суша, она как бы была покрыта современными как бы почвами или, как мы называем сейчас, рыхлыми четвертичными отложениями. Тогда это были, видимо, рыхлые миоценовые отложения. Неважно, что известняки ли это были, красноцветные какие-то континентальные отложения, туфы или туфогенно-осадочные породы. Вот. Они представляли собой как современные почвы, какую-то глинистую рыхлую массу и, видимо, транспортные средства, которые оставили эти колеи и где были дороги, ездили по ним, поэтому так хорошо отпечатались следы от проезда колесно-транспортных средств и дошли до нашего времени. И лишь впоследствии они эти следы окаменели, точно так же, как окаменеют следы динозавров, следы палеогеновых и других животных, следы древних людей. И уже окаменевшие следы геологи потом находят и изучают, в каком возрасте пород, в каких породах они находятся, определяют, какого возраста были эти динозавры, эти животные млекопитающие и так далее. То есть вот эти вот явно колесно-транспортные средства ездили по таким еще не окаменевшим отложениям, чему имеется очень много подтверждений. Ну, в первую очередь, что мне несколько раз посчастливилось видеть, как происходит выдавливание грязи с обоих сторон вот этого вот колеса, которые, ну, я не знаю уж, какая была покрышка, из какого материала, но по обе стороны выходит, с две стороны выдавливания грязи, как бы грязи. Она окаменела, сохранилась вот такая грязь. Очень интересное наблюдение я видел в Тьермесе, скальный город Тьермес, это севернее чуть-чуть Мадрида, находится в красноцветных толщах, где колеи находится, дорога там идет. В некоторых местах там происходит просто проседание грунта, то есть если колея, расстояние дороги и колеи между ними где-то около 2 метра, то потом дальше она сужается до 80-90 сантиметров, а потом снова расширяется. Но ясно, что если ширина, допустим, 1,5 метра была между колесами, то 8 сантиметров он не мог проехать. Это явно следы оплыва были грунта в пластичном состоянии, которые могли происходить тогда, когда порода еще не окаменела. И таких мест довольно много. Местами я видел, когда там порода проседала, потом более поздние уже, кто ходил по этой дороге, жители, они выкапывали лестницу на месте этой дороги. Явно это происходило в более позднее время, когда происходил обвал. И такие места, они видны достаточно часто. То есть вот кто реально изучает и ходит по этим колеям, ну, сомнений то, что они были оставлены, когда грунт находился еще в вязком, пластичном, неокаменевшем состоянии, нет.